Γεια σας! Здравствуйте! Сегодня приготовим кефтедес кунупиди. Кефтедес это котлеты, а кунупиди это цветная капуста. Греки из всего делают котлеты. Кроме обычных мясных, делают из овощей, из крупы и из бобовых. Это делают для мезе, то есть для закуски. Итак, разделим цветную капусту на бутончики и прополоснем. Растереть цветную капусту через крупную терку. Мелко порезать лук и пожарить на небольшом количестве сливочного масла. Также мелко порезать чеснок и мяту. Добавить в капусту мяту с чесноком и лук. Размешать капусту с горячим луком, чтобы он побыстрее остыл. Добавить яйца. Натереть через мелкую терку сыр гравьера. Гравьера – это твердый сыр. Если вы не найдете, можете добавить пармезан. Добавить специи и соль. Размешать все и постепенно добавлять панированные или панировочные сухари. Наливаем на сковороду растительное масло и жарим, как обыкновенные мясные котлеты. Как видите, они не разваливаются и держат форму. Попробуйте и вы эти очень вкусные котлеты. Καλή όρεξη! Приятного аппетита! С вами была Мария из Греции. Целую, обнимаю крепко. До скорого. Пока!